К другим темам. Из Анапы в Керчь по Крымскому мосту сегодня запускают новые пригородные скоростные поезда. Они станут ежедневными. Сколько стоят билеты, есть ли льготные, расскажет Яна Щербатая. Из старинной Керчи прямиком в курортную Анапу и обратно. Теперь такой новый маршрут доступен для пассажиров железной дороги. Сегодня впервые по совершенно новому направлению пройдут рельсовые автобусы через Крымский мост. Дорога с видом на Керченский пролив и белоснежные арки Крымского моста. В пути всего 2 часа с живописными пейзажами за окном. Новые рельсобусы впервые соединят южную часть Краснодарского края и Крым. 2 соседних региона становятся все ближе. Составы на полуостров будут ходить особенные. Бело-голубые, раскрашенные в картине с дельфинами и морской водой. Составы рельсобусов уже протестировали. Они готовы к своему первому рейсу, который отправится сегодня из Керчи в Анапу в 14:38 по московскому времени. Представители перевозчика уверены, это направление будет востребовано, так как турпоток между Анапой и Керчью в последние годы вырос. Вас будет до Тамани бесплатно. Ома, ничего себе, фортуна отже. Хорошо. Курсировать между городами будут 2 рельсобуса, по 3 вагона в каждом. Они вмещают 300 человек. Ходить составы будут каждый день, в выходные чаще. И в пути они будут делать 2 остановки. Но представители перевозчика говорят, что этих остановок может стать больше, если они будут востребованы. Купить билеты на совершенно новое направление Керчь-Анапа на современные рельсобусы можно в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика. Цена 439 рублей. Яна Щербатая, Андрей Терентьев и Никита Кальченко. Вести. Крым.